Всем здрав, я снимаю для канала игры онлайн, и сегодня мы будем играть в игру, которая называется «Раскраска Дисней». Итак, эта игра представляет собой самую настоящую раскраску, в которой содержится целая палитра цветов, и которые можно использовать и раскрашивать персонажей Диснея, а именно Дональда Дакка и Микки Мауса, в любые цвета, которые мы только пожелаем. Итак, предлагаю начать с фона. Фон можно сделать любого цвета. Тут, кстати, имеется несколько страничек с цветами, то есть палитра действительно огромная. Я предлагаю сделать фон голубого цвета, ну, по крайней мере, ой, нечаянно раскрасила ему Дональду Даку маечку. Кстати, по ходу дела фон сделать нельзя, да. Если вы жмете на фоновый лист, он не меняет свой цвет. Это не очень хорошо, потому что хотелось бы все-таки раскрасить фон. Это было бы, выглядело бы милее. Ну ладно, начнем все-таки раскрашивать наших персонажей. Итак, сначала раскрасим Микки Мауса. Нам нужен цвет такой кожи. Я считаю, что сочетание получилось неплохое, выглядит прикольно, и сама игра очень интересная, я вообще люблю очень раскраски, потому что... Так, вот здесь не получилось так, как я хотела. Ну ладно. Единственное, что неудобно в этой игре, это то, что приходится красить такие узкие участки, которые на самом деле красить неудобно. Сейчас попробую.
лица. Пускай будет такого цвета, потому что я не помню, на самом деле, какого цвета должно быть у Дональда Дака внутренняя полость. Так, и перейдем к его одежде непосредственно. Я предлагаю взять такой темно-синий оттенок и не знаю, перышки ему других цветов стоит ли делать. Я не знаю, какие могут быть перышки у утки. Вообще белые, да, по логике вещей. Другой цвет смотрится как-то не очень хорошо. Вот, ну ладно, оставим белым цветом. Итак, и шейку белую. А еще воротничок я нечаянно задела. Снова сделаем. Не знаю, но они как-то не смотрятся. Может быть, вот эти промежутки сделают тоже белыми. Сейчас попробую сделать. Ах, нечаянно раскрасила шнурочки. На самом деле, чем игра не очень хороша, тем, что приходится подолгу вот эти вот выцеливать объекты, чтобы не залезть за границу цвета. Итак, что еще? Ну, в принципе, наверное, все. Фон также нельзя сделать. И вот интересно, я третью вот эту палитру не открывала даже. Кстати, эту раскраску можно даже распечатать. Да, тут есть специальная вещь, которая распечатывает, специальная программка. Тут такие более темные цвета в третьей палитре. В принципе, наверное, их особо и... В общем, они особо и не будут использоваться, потому что мы привыкли все-таки к наиболее ярким. Ну, можно, в принципе, что-то попробовать еще перекрасить. Потому что вся игра состоит в том, чтобы... раскрасить персонажа. И сочетание действительно получается интересное. Ну, думаю, на этом все. До свидания.